На сцене театра оперы и балета прошел генеральный прогон обновленной версии постановки «Князь Игорь». Уже завтра якутский зритель сможет оценить оперу, специально поставленную для Мариинского и Большого театров. Режиссер Андрей Борисов изменил некоторые сцены и добавил выступление балетной труппы. Солист постановки Андрей Валентий, заслуженный артист Белоруссии. Все зависит от состава, конечно, от исполнителей. И вот как раз «Князь Игорь», я пел премьеру этого спектакля год назад. Хочу сказать, что просто грандиозный был успех, поэтому я не могу судить. Я один раз, сколько здесь пел, одну премьеру, поэтому нормальный зритель, хороший.